Голуби как символ чистого неба, которое он так любил. Пилот Денис Колбин помогал голубятни при церкви. Сегодня вместо него в небо полетят птицы. Выделял некоторые средства на приобретение кормов, лекарства. Весной голуби погибли, я лежал в больнице. Вот, помог с восстановлением племенных голубей. Коллеги воздерживаются от версии катастрофы, пока Следственный комитет не огласил итоги расследования. Легкомоторный Як-52, на котором пилоты совершили последний полет, разгонялся более чем на 200 км в час. Многие российские пилотажники отмечают, что это самые лучшие Яки. Перед последним полетом Денис Колбин, как всегда, шутил и улыбался. Сказать, чтобы он что-то предчувствовал, ну, такого не было. Был обычный полетный день. Мы все виделись и с Сергеем, и с Денисом. Просто они улетели и не вернулись. Уважаемые участники нашего праздника, это вам! Ни один день города в Барнауле не обходился без их участия. Тысячи людей приходили на речной вокзал, чтобы увидеть мертвую петлю в небе от пилотажной группы «Открытое небо». В субботу небо осиротело. Денис разбился в возрасте 38 лет. У него осталась жена и двое маленьких детей. Родственники пожелали, чтобы прощание было закрыто для представителей СМИ, поэтому в храм пускают только тех, кто пришел попрощаться с пилотом. Сегодня после отпевания Дениса Колбина похоронят на Черницком кладбище. Ну а завтра близкие простятся с чемпионом России по высшему пилотажу Сергеем Кузнецовым. Церемония состоится в ритуальном зале на Германа Титова. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости.